Разведенная Анфиса Чехова призналась в тяжелой болезни. Анфиса Чехова призналась, что страдала булимией. Она пыталась худеть, сидя на жесткой диете, и срывалась, отчего ее характер был просто ужасен. Анфиса Чехова стала очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Телеведущая рассказала о своей борьбе с лишним весом. Анфиса сообщила, что грудь у нее выросла еще в школе, за что получила, по ее мнению, обидное прозвище среди одноклассников. Однако, лишь далеко позже лишний вес реально стал ее проблемой. Анфиса рассказала, что страдала булимией. Она каждый день ходила с гастритом, мучительно смотрела на полки и ничего не могла купить, хотя очень хотела. Чехова сравнивала продуктовый магазин с музеем, потому что именно так, как в культурном учреждении, себя там и вела. Анфиса Чехова рассказала, что максимальный ее вес был 90. Это было уже в пору отношений с мужем. Тогда она 2 месяца прожила в Грузии. За это время она поправилась на 20 килограмм. Самое главное, что Гурама лишние килограммы возлюбленной совсем не смущали. А вот саму Анфису очень. Она призналась, что ей было очень тяжело ходить и гонять за малолетним сыном. Поэтому она приняла твердое решение худеть.